В каждом муниципалитете органы ТОС играют важную роль в системе местного самоуправления. Председатели квартальных и домовых комитетов конструктивно взаимодействуют с депутатами и сотрудниками администрации по общественным вопросам, помогают в организации мероприятий. Значительную помощь органы ТОС оказывают в благоустройстве. В период, когда курорты готовятся к высокому сезону, поддержка активистов особенно необходима. Об этом шла речь на секциях 3-го ежегодного форума с представителями территориальных органов самоуправления. Делегацию из Сочи представляли 25 ТОСов, признанных лучшими по итогу городского конкурса. На форум они приехали в рамках соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между курортами Кубани. Прежде всего, общение людей, которые организовывают местное самоуправление на территории. Их положительный опыт, обмен. Не только вы у нас берете положительное. Я тоже недавно прошелся, помню устье реки Сочи в том виде, в котором оно было 20 лет назад. И с удивлением увидел то, что сделано сейчас. Конечно, это пример для подражания, наверное, не только Анапе, а и всей страны. Глава Анапы подчеркнул, что форум призван стать площадкой не только по обмену опытом работы, но и способствовать росту интереса населения к деятельности органов ТОС. К примеру, работа сочинских активистов по проверке чердаков и подвалов в целях безопасности заинтересовала общественников со всего края. По статистике, из 17 тысяч зарегистрированных в России органов ТОС, около 6 тысяч расположены на Кубани. В знак солидарности и дальнейшего плодотворного сотрудничества руководители ТОСов Анапы и Сочи заложили аллею дружбы в одном из скверов поселка Суворов-Черкесский.